Сегодня судакчанам в очередной раз была предоставлена возможность проявить милосердие. В городской поликлинике прошла традиционная акция «Сдай кровь, спаси жизнь». Акция, которая сегодня проводится, уже стала традиционной для нашего региона. Мы ее проводим более 3 лет по инициативе молодежи города, по инициативе депутатского корпуса партии региона проводится эта акция, которая нам, медикам, очень нужна, потому что без крови донорской, к сожалению, медицина работать не может и не может оказывать помощь больным, которые находятся в критическом состоянии здоровья. Это женщины после тяжелых родов, это люди с кровотечениями, это люди после ДТП, после травм, серьезнейшими заболеваниями. Поэтому люди сейчас давая кровь, спасают чью-то жизнь. И мы очень рады, что каждую акцию все больше и больше становится молодых жителей нашего города. Значит, есть надежда, что донорское движение в нашем городе не пропадет, что традиция почетных доноров, тех людей, которые сдали уже более 40 и 50 раз кровь, эта традиция продлится в молодежи. Эта акция учит людей, молодежь, дарению, жертвенности, альтруизму, отдаче себя. И молодые люди чувствуют себя полноценными гражданами судака. Некоторые судакчане пришли в пункт переливания впервые. Говорят, ощущения замечательные. Но самое главное – осознание того, что твоя кровь может спасти кому-то жизнь. Надо же когда-то и кому-то что-то дать, правильно? А то, что себе дать, или себе, как говорится, ну, такое немножко. Я же один в семье же. Ну, как говорится, привык, чтобы мне всегда давали. Понимаешь, как? Вот. А в этот раз я уже решил хоть кому-то помочь, правильно же? Как-то благородно. Меня привело в поликлинику на сдачу крови то, что просто людям помочь. Благие намерения. Вот. И вообще мы состоим в общественном движении, молодые люди. Всегда рады помогать людям. Я рад, что меня пригласили. Большим удовольствием дал. Чувствую себя хорошо. Всем поможем, чем нужно. Были и те, кто сдавал кровь не в первый раз. И в будущем вполне могут стать почетными донорами. Ощущения просто прекрасные, только втянула в это все Людмила Григорьевна меня. Ну, тоже первый раз давала выездную сельскохозяйственную бригаде в октябре месяце, по-моему, 2010 года. И вот после этого началось, пошло-поехало. Ну, как бы тешит только мысль то, что можешь спасти там чью-то кровь, чью-то жизнь, своей кровью. Там от меня ничего не уходит, в принципе. Вот это 6-й раз сдала. Вот таких справочек у меня уже 6-я. Хороший пример судакчанам показали и представители власти. В акции уже не в первый раз принял участие и мэр Судака Владимир Николаевич Серов.